Здорово, друзья, с вами Кинник и игрушка под названием Frostborn. Сегодня я хочу показать вам, как лутать правильно кротовую нору. Тут я не знаю, потому что многие пишут, располагайтесь поудобнее, может что-то пропущу. Добавьте, пожалуйста, также в комментарии. Вообще, мы идем сегодня в дуо, ну так, чисто по фану посмотреть, косточки пособирать, пособирать какую-то зелень, синь, может убить каких-то челов. Короче, самое главное, надо вам быть, во-первых, в семье, потому что иногда попадаются 4 пачки, но мы сегодня рискнем. Давай, поехали, бомба. Да, позвать семью. Самое главное, в озерном замке можно поднять очень много вещей. Поэтому не забывайте брать хотя бы синюю сумку, которая как у меня. Потому что за плечку, если вы потеряете, будет немножко обидно. Если у вас есть медведь, обязательно ставьте также медведя. Мобы здесь в принципе с разломов, но они не такие жесткие. Можно идти вообще голышом, выйти просто одетым. Но я пока не рискую на самом деле это делать, потому что и так лутовалом только летит все в котел. Поэтому мы идем одетые в обычных сетах, скажем так. Обращайте, пожалуйста, вот всегда внимание, как только вы зашли, видите, везде двери закрыты, поэтому ее лучше всего запускать почти прям в самом начале. Главная миссия, вам надо дойти до восклицательного знака, который находится, видите сами где. Мобы, в принципе, вот смотрите, я этого сейчас убиваю. Второго можно не убивать. На шамане это делается все очень просто. В семье это тоже можно отводить, можно вообще ни одного моба не убивать. А получать лут. Просто вот страх дал. Кстати, не обязательно лутайте трупы, потому что они там тоже бывают вкусные. А, блин, я мину забыл взять. Минки обязательно, ребят, тоже берите, потому что как вообще определить, есть люди или нет, можно ставить всегда позади минки, и тогда будет все чики-пики. То есть вы будете знать, где уже можно, стоит ли это, точнее, идти, где не стоит идти. Отлично, у меня толстая жопа, начинаем бить. Здесь, конечно же, сама локация очень глюченная, вы уже сами могли бы это заметить. Подожди, сейчас я дам страх ему. Вот, или можно так открыть. А, можно так открыть, вот. Бомба дает наглядный пример, что реально можно. Можно именно забрать вот таким образом. Вот, можно взять ресурсы, можно взять бафы. Здесь очень хорошо падает ярость. О, сверху открылась, да? Или мне показалось? Да, да. Да. Давай, может, обратно. Или вот отсюда откроем. Отсюда. Да, давай. Да, вон чел, чел, чел. Открываю. Я не буду вставать при себе. А, да-да, давай. Это бомж. Итак, вот видите, бомж набрал 5 ярости. О, костей много. Костей много. И здесь что-то он тут рылся. Да. Он забрал. Иногда вот здесь, в этой комнатке, бывает ящик, иногда его не бывает. Соответственно, вот он здесь есть. Соответственно, где-то в какой-то комнате нету одного ящика, если вы знаете. Так, лутаемся дальше. Мясо, конечно, не очень в восторге. Плохо, что здесь персональные предметы можно брать. Точнее, этот. Как его? Кости можно передавать? А вот все остальные предметы, которые типа печати, нельзя. Он бомбу забрал и все. Отдать он мне уже не сможет. Допустим, если вы взяли не по спеку. Поэтому будьте внимательны, делите между собой лут очень бдительно. Так, мы сегодня зайдем во все комнаты, посмотрим, где мобов меньше, где больше. Здесь 3, по-моему. 2. Вот, да. Можно это все. Вот они какие-то тут глючены. О, не лага. Все. Давай страх дам. Подожди. А, ты состелся? Ну, давай. Все, чик-пик, убили. Блин. Я залез в труп. Да, кстати, падают полоски также. Не знаю. Есть шанс здесь поднять что-то. Но также и слить. Поэтому лучше ходить с друзьями. Так, здесь, по-моему, чисто проход, центр. А, нет, давай дам страх. Я так открою. Он нам нуточку даст. Я хочу чекнуть. Иди. Ты уже... Ну все, погнали. Так, давай в центр вообще сходим. Вот, по-хорошему это... надо. Это нормальная дорога в центр. Обязательно нужно пробафаться. Вот, центр закрыт, вы можете наблюдать.
то, что он весь просто. Вот открывается дверь, и добро пожаловать. В центре, конечно, можно лутануть два изи ящика, чисто халявные. Это будет один идти вот здесь, только не загрести босса, потому что его надо будет убить. Если боссов двух убивать... Здесь он медленно входит. Да, но это глючено. Вот, видите, ящика здесь нету. О, а что залутали? Бомжи лазили, походу. Ну, как-то странно. Ладно. Стой. Ай-яй-яй, если так. Угу. Всё, тогда теперь бить надо. Виго. Давай. Что такое, да? Ты на дуэлянсе, да? Угу, третий только. 119 урона, в принципе, тоже ж неплохо дома. Забрали. Забрали? Так он закрыт был. Да. Как они забрали его? Жесть. Он открыт был? Не, в смысле, а ли, локо закрыта была. Центр был закрыт? Ну, я ж когда открывал... Ну, это только с нашей стороны. Откуда-то мы, наверное, не видели снизу. Да-да-да, может, кто-то снизу зашел. Тоже странно. О, изи ящик. Угу. Можно кротовую нору лутать несколько раз, поэтому... Ну, мы это, конечно, делать сегодня... А, нет. Ну, нет, делать мы это сегодня не будем, потому что, ребят, дождемся семьи. Чик. Так, давай, куда? Вниз? Наверх. Давай, наверх, пошли. А, здесь какой-то проход, да. Тут два волка будут и один... И один молодой стучник. Сюда. Пока добежит, ты его убьешь. Ну. Минки. Кстати, можно было расставить. Пролаги какие-то есть, да? Наверное, только на людей. Серьезно? Только на людей, наверное, действует. Не, на мобов тоже. Я просто промахнулся. Ага. О. Давай, короче. Разделю. Чё это? Лагает? Это очень сильно лагает. Два раза уж нажал его. Так, надо труп смотреть. Защитку. Лагает, да. Так, давай здесь тогда откроем. Открывай. Можно делать вот так. Бляха, муха, таргет слетел. Смотри, ты попал ровно в него, а он застанился. Да? Да-да-да, это этим кругом. Прыжим. Страж его задел, да? Да-да-да. Ну, это страж, да? Там как он подписан, я не знаю даже. Да. Да, или он попал под него. Обязательно кусты. Кстати, в норе. Что? Это часовой, часовой. А, часовой. Обязательно чекайте все кусты, потому что, видите, я бегаю, а кусты не шевелятся. Шевелятся только с верхней стороны, которая, не знаю, почему, с чем это связано. Вообще, почему кусты какие-то разные, а в то же время одинаковые. Поэтому будьте бдительны, потому что бомжей здесь хватает. И не только бомжей, а немножко умных людей. Да, есть. Которые могут вас... обманным образом все это дело залутать. Мага так и просто лутаем. Страх дают чисто? Да, мага. Давай. Да, можно вообще мобов. А, видишь, у тебя жопа толстая стала. Меня толкнуло. Бляха, муха, тут фиол лежит. Бля. Меня из-за мага тупыхнуло. Ну, видишь? Что, пройти не можешь. Но он не отагривается, видишь? Так, я заберу, конечно же, детали. Надо вот такое вот левое что-нибудь поскидывать. И тут что? Ничего. А, о, еще один. Оставь его. Да ладно, я уже страдал.
Так, еще пару таких комнаток. Это здесь, здесь. Можно, конечно, все начинать с бафов. Купить. Чтобы было больше урона. Я мог со спины дать. О, видал? О, достанет. 160, да, ты лупишь? Ну, неплохо, неплохо, вообще неплохо. Ну, это всего лишь третий дуэлянт. Угу, помабам. Давай, у меня еще место есть. Боже мой. А, там нету труп. Не, или есть. Ладно, непонятно. Так, вот здесь надо выходить нам, но можно еще полутаться чуть-чуть. Тут тоже одного надо догрить просто. А, кого? Вот этого ближнего. Ага, давай. Угу. Ставим. Ну я не знаю, из-за этих лагов. Я как будто толстый. Отлично, ты тут вообще всех навык. Угу. Да, надо убить. Открываю. Ну, еще одна косточка. Блин, я тут уже костей набрал. О, давай, я застакую. Угу. Так, сколько уже получается? Штук 10. Фиол кость дает самое много очков. Не помню, сколько было, я уже забыл. Фио 80. А, это 30, да? Да. Давай, бей со стелса. О, боже. А ну-ка. Да, но бов работает. Его можно было не агрить. Ну, как-то жопа моя задела. О, еще ярость. Все, бомба, я уже так. Прям... фуловый по ярости, фуловый по всем. Оп, я заберу. Да, вот на самом деле бафов здесь очень много. Пошли в обход. А, с той стороны хочешь? Угу. Давай. Этому можно страх дать, да? А, заберешь? Я его в арене закрою. Здесь косточка смотри, не выходит. Все, он. А, не, он завис. А, просто. Он до сих пор на мне. Да-да-да, он просто завис. Ну все, да? Меня там не, я там не забрал. А, не забрал? Так давай, я страх дам. Заберусь. Вот ты взял. Все, да? По-моему, все уже нуля. Слева еще были комнаты. А, там. Угу. Даже если вдвоем полные сумки забить полностью можно. Но за плечку брать опасно. Можно поставить еще медведя. Точно, я забыл совсем про него. А, тут зовут, а кто-то еще был, кроме нас. Но это либо тот бомж. Не тот. Не тот. Да. Сверху полз. Но мы же спавнились слева. Ну вот мы дальше просто не пошли сюда. Видимо, и... кто-то внизу спавнился. Либо да, кто-то быстренько лутанул и ушел. Все, да. Это все. Все, пошли на выход. Или ты куда сюда хочешь? Давай. А, вот еще. Давай что-то. Круг сделаем. Давай, давай, давай. Там еще комната есть, здесь я охота проходить. Ой, там три моба стоят, но смысла может и не быть. Потому что, во-первых, сумки у нас забитые. Хотя, а, я медведя поставил. Ну ладно, пофиг, пошли. Просто слайд-шоу. Тут комната, две комнаты, три, четыре. А, нет, комнаты. Давай, 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 тогда лутаем. Даже пять комнат. Этому страх чисто. Отлично, еще просто. Да, я забрал. Где? Тут давай еще, да? Там у тебя, наверное, тоже страх надо только дать. Его отвести, легко, он лагает. Ну давай, лутай. Я этих убью. О, я заберу.
А он так пока дойдет до тебя, сдохнет уже. Ну. Но оружие точится здесь норм. Будьте бдительны, открывайте ящики с той стороны, где моб не достает. Здесь агро почти вообще, ну, его здесь нету. Ого! Ну, мобы слепые. Бля, меня сейчас мобы закундошат. Куда иди? Все, ладно, скидывай. Убью. Ну все уже, лучше кнопку зажать, потому что непонятно, что происходит. Вода. О, вот, видите, здесь кусты, вот шевелятся. Так, ты не забираешь? Давай я забираю. Добро. А? Еще два сундука есть. За ним. За ним, да? Проходи. Проходи. Бля. Он на тебе, что ли? Короче, давай лучше отойдем. Давай страх я дам. Только... Да, туда иди. Да-да-да, лучше туда иди. Так, ну что эти, да? Блядь. Лучше... Ну, лага из-за лагов я до великана не добежал. Ну, как-то они дали агро, я не попался. Странно. Ты за стенкой вроде был. Я думал, окей. Я, наверное, ярость лучше возьму. Сейчас волка притащу. Тихо. Да давай ему страху. Попался. А чего не застанемся? А разве должен? Да. На 3 секунды, когда притягиваешь. Я говорю, это, наверное, только на людей действует. Скорее всего. Не должно. Ну. А, понял. А возьму? Да, бери, ладно. Не, пошли в обратку. Да. Го в обратку. Тебя не спрашивали? Так, еще здесь, да, комната? А, ну можно еще и здесь. Давай, вот это лучше. Так, у меня уже ядпалка сломалась почти. О, тут целая пачка. Будешь биться, остался? А как? А вот отсюда попробуй выйти. Овощник заметит, скорее всего. Я дам сразу эту стан, да. О, успел дать. Успел? Да. О, топ. Ну да, на того не стоило. Вода. Там кости еще. Так, и еще вот это. Видишь? Но... Может, я потому понимаю, что я ударил? Вот. Хотя хрен. Может быть. Ну, тоже почему. Бред какой-то непонятный. Так, ну бери. Ой, нам хана сейчас. Не, нормально. Так, ну все, да? А, нет, вот еще здесь. А, нет, это проход сейчас. Там проход. Вот, ребят, в принципе, в дуо мы прошли всю нору. Не знаю, я забился... По максам, чисто костями, правда, но это можно сделать за протяжении дня, его можно закрыть этот пас, но и смело забирать. Это не фул, потому что мы в центре не залутали два ну, еще. Да, не успели. Ну, успеть тут сложно, вот я не знаю, как ли успевать.
Ладно, ребят, пишите комментарии, как вы проходите кротовую нору. Вроде бы все рассказали, все показали, как можно отагривать, как можно не отагривать. А, это будет, конечно же, интересно почитать ваши комментарии. Ну, с вами был Кенни, как всегда. Чао, хао, до новых видосов. Пока-пока.